отношения. Вы можете оказаться в ситуации, когда вам придется просить других людей помочь вам советом, оказать содействие или открыть для вас какие-то двери. Нам нужно заводить отношения с людьми, которых вы уважаете, и которые добились жизни так же, а может быть и больше успеха, чем вы сами, не пренебрегая простыми людьми. Ваша цель – окружить себя людьми, которые в жизни имеют позитивное мировоззрение. Личный совет директоров. Всем нам нужен кто-то, с кем бы мы могли обсуждать наши личные задачи. Личный балансовый отчет, личные поручения и развитие. Нам нужны люди, которые помогут нам или подскажут, куда идти. Те, кому мы доверяем, с кем мы поддерживаем отношения. Такие отношения могут иметь и взаимовыгодный характер, в том числе быть полезны обеим сторонам и не только одной. Чтобы сформировать свой совет, я бы хотел предложить вам сделать два списка. Первый список – это кто помогал вам в жизни. Подумайте о людях, которые помогли вам в жизни и карьере, от которых вы можете сказать: без этого человека я бы не достиг всего того, что достиг сегодня. Без его помощи я не стал бы тем, кто я есть сейчас. Запишите их имена. Рядом с каждым из именем опишите моменты, связанные с этим человеком, которые оказали на вас максимально продолжительное позитивное воздействие. Чем именно этот человек повлиял на вас? Что эти люди сделали или сказали? Что вы чувствовали? Чему вы от них научились? И в таблице «Кто эти люди?» поставьте на паузу и в течение следующих 5-10 минут поработайте и заполните ее, составив этот список. Кто руководил вами в жизни? Теперь подумайте о людях, которые последние несколько лет пытались помочь вам и руководили вами, тренировали вас, повышая вашу эффективность. Подумайте о людях, которые обсуждали с вами вашу работу, высказывали свое мнение о том, как вы живете или работаете, что помогло вам в будущем. Запишите тоже их имена и рядом с каждым именем отметьте, в чем этот человек вам помог, о чем он говорил с вами, что вы делали вместе с ними, что вы узнали от этих людей, чему научились. Следующая таблица «Кто эти люди?» также ставим на паузу и в течение следующих минут работайте над этой таблицей. Кто войдет в совет директоров? Оцените людей из первых двух таблиц и заполните ее тогда, когда вам будет удобно.